видео подготовлено сайтом onlinegdz.net «Помощник в решении домашних заданий». Номер 13, урок 19. Выполни деление, сделай проверку, что общего в примерах каждого столбика и чем они различаются. 56 разделить на 7 равно 8. Деление проверяется умножением. 8 умножить на 7 равно 56. 54 разделить на 9 равно 6. 6 умножить на 9 получится 54. 45 разделить на 5 равно 9. Проверка. 9 умножить на 5 равно 45. 68 разделить на 2 равно 34. 34 умножить на 2 равно 68. 42 разделить на 3 равно 14. 14 умножить на 3 равно 42. 96 разделить на 4 равно 24. Проверка. 24 умножить на 4 равно 96. 84 разделить на 12. Двузначное на двузначное получаем однозначное методом подбора. Равно 7. 7 умножить на 12, ответ 84. 91 разделить на 13, ответ 7. Проверка. 7 умножить на 13 равно 91. 77 разделить на 11, ответ 7. 7 умножить на 11 равно 77. 35 разделить на 8, получится 4, остаток 3. Проверка. 4 умножить на 8, получится 32, прибавить 3, равно 35. 29 разделить на 6. 6 умножить на 4, получится 24, остаток 5. 17 разделить на 4, получится 4, остаток 1. Проверяем. 4 умножить на 4 – 16. Прибавляем 1, получается 17. 72 разделить на 17 – получится 4, остаток 4. Проверяем. 4 умножить на 17, прибавить 4 равно 72. 80 разделить на 15, получится 4. 4 умножить на 15 равно 60. Нет, 5. Получится 5. 5 умножить на 15 получится 75 и остаток 5. 57 разделить на 18 получится 3. 3 умножить на 18 получится 54, и 3 получается в остатке. Примеры. В каждом столбике различаются непосредственно числовыми данными. Схожи первый столбик, табличное деление, второй, вне табличное деление, двузначного числа на однозначное, третий, внетабличное деление двузначного на двузначное, также в каждом примере столбика делимое кратно 7. Четвертый. Деление двузначного числа на однозначное с остатком. Пятый. Деление двузначного на двузначное с остатком. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.